В японском городе Саппоро открылся международный снежный фестиваль. Он уже 66-й по счету. Ожидается, что в этом году его посетят более 2,5 миллионов человек со всего мира. Всего зрители оценят 204 ледяные скульптуры, некоторые из которых достигают высоты более 15 метров. На их создание ушло 32 тонны снега. Кроме того, посетителей фестиваля ждет традиционный конкурс на лучшую скульптуру из снега и льда. В нем принимают участие 12 команд из Австралии, Малайзии, Финляндии, Южной Кореи и других стран. Им предстоит создать ледяные шедевры за 20 часов. Также здесь пройдут соревнования по сноуборду, фристайлу и другим видам зимнего спорта. Снежный фестиваль продлится до 11 февраля. Культуры на самом деле хороши. Мастера поработали на славу. Я не ожидала многого от этого фестиваля, но приехав сюда, была поражена.